Если взрослые нынешним летом стремятся укрыться в кондиционируемых помещениях, то детвору от игр и общения не заставит отказаться даже аномально жаркая погода. На детской площадке «Островка» в парке имени Пушкина для таких непосед ежедневно работает культурно-оздоровительная площадка «Мы живем в гостях у лета». Функционирует она с понедельника по пятницу до самого сентября. Однако в течение дня делают перерыв, чтобы переждать зной. Игры проходят с 10:00 до 12:00 и в вечернее время с 18 до 20 часов. Детям предлагают развлекательно-анимационную программу, спортивные игры. Есть час информации, где детворе рассказывают, к примеру, о безопасности в интернете или на улице. Организаторы площадки приглашают всех желающих провести время весело и с пользой. А 24 июля в 9:30 утра в рамках районного фестиваля для детей от 7 лет здесь пройдет большой праздник с играми, конкурсами, аниматорами и ростовыми куклами.